Добрый день, дорогие друзья, с вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся на улице Комсомольская, 183, где по индивидуальному проекту мы строим вот этот дом, 86 квадратных метров для Вячеслава. Хотим сегодня сделать обзор его, потому что проект новый, поэтому хотим все показать вам, что и как будет смотреться в итоге. Пойдемте посмотрим. Дом имеет две спальни, санузел, очень просторную светлую кухню, конечно же, уютную крытую террасу. Рядом с прихожей находится небольшая котельная, где разместится все отопительное оборудование. С левой стороны первая спальня, направо большая кухня. Далее по коридору располагается санузел и вторая спальня с выходом на террасу. Теперь пройдем в кухню-гостиную. Интересное решение принято при проектировании этого дома, чтобы кухонный гарнитур поставить в зоне окна, чтобы на рабочем столе всегда было светло, а по боковым стенам можно расположить какую-то высокую бытовую технику или полочки. Но это на усмотрение уже самого владельца. Ну и вот мы посмотрели этот прекрасный новый проект. Если у вас остались вопросы по данному проекту, вы можете писать их нам в комментарии. Мы обязательно на них ответим. Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки, чтобы мы могли видеть, какое видео вам более интересно. Поэтому отмечайте, мы будем стараться делать обзор наших домов все более интересней. Своих клиентов мы встречаем в аэропорту. Предоставляем собственное жилье в наших гостиничных домах. Делаем полный обзор всех домов, которые у нас есть. Всем пока, до новых встреч. С вами был Константин, компания «Стройгарант Анапа».